Несмотря на сложные погодные условия, специалисты дорожного хозяйства продолжают готовить город к празднованию 72-й годовщины Победы. Сейчас рабочие усиленно убирают территорию рядом с мемориалом защитникам Советского Заполярья, раскидывают снег, чистят и красят ограждения и фонарные столбы. А специалисты городской службы парки и скверы установили необычную композицию на входе в комплекс. Арт-объект – армейская каска, рядом с которой лежит красная гвоздика – новшество этого года, которое обязательно увидят все участники майского шествия. Всего в уборке мемориальных комплексов и городских территорий задействованы более 600 специалистов и техника. Но вывести на улицы все машины, способные собирать песок, не позволяют слишком низкие температуры. Если взять среднесуточную температуру, то весна еще в принципе не наступила в городе, потому что она у нас отрицательная. И те работы, которые мы запланировали, их, в принципе, надо выполнять больше, ну, в теплое время суток. Поэтому, да, сложности очень большие есть. Но, несмотря на это, все равно мы подготовим город.